Мне этот набор чаев привез сын с Кавказа. Здесь разные чаи. Домбайский чай, утренний. Ну, всякие. Тут их несколько. Так, а распечатанные у меня Аксакал и какой-то Седовласый Кавказ. Вот. А я хочу сейчас распечатать вот Бодрость. Вот такой. Есть еще утренний. Ну, давайте утренний распечатаем. Может, они даже одинаковые. Для того, чтобы одному попить такой чай и не заваривать чайник, можно использовать вот такие пакетики. Я их покупала очень давно на AliExpress, стоят копейки. Вот такие бумажные пакетики. Специально сюда применила вот такую кофейную ложечку, чтобы было удобно засыпать маленькую. И вот сейчас будем сюда засыпать. Ну, стараюсь брать помельче пакетик, а крупные дрова уже в чайник. Можно добавить к этому чаю просто обычный черный чай. Кто не очень как бы травяной, хочет просто легкий привкус, можно обычный черный добавить. Прям можно в этот же пакетик. Ну, я добавлять не буду. Попью сейчас травяной. Да, дров тут кавказцы напихали много. Чувствуется везде мята. Не знаю, или просто смешанный запах у меня, так как они все вместе здесь. Цветочек какой-то. Там на каждом написан состав, по идее-то. И вот так вот в кружечку. Обычно. Всем доброго дачного утра. Прекрасно, нормально спала, прекрасно проснулась, встала. Как вам мой завтрак? Кстати, жимолость я первый раз так ем именно в саду, дома там и так частенько едим. Кто-то уже триммеры включил, жужжат. Можно со сметаной так есть, можно перетереть, можно целиком. У нас прекрасная погода. Почти-почти чистое небо, совсем немножко облачков. Не посмотрела сегодня прогноз, ну и ладно, и не надо. У нас сегодня поливочный день, суббота. Суббота-воскресенье у нас дают и с утра 2 или 3 часа, и вечером потом еще дают тоже воду. Я уже включила в бак, чтобы у нас набралась вода. Услышу, увижу, по-моему, с 11 часов дают. Ну, первым делом, что я сегодня сделаю? Наверное, сначала примусь все-таки за помидоры и клубнику. По клубнике пройдусь, усы опять повыдергу, пропалю, где не трогала, почищу. Всякие эти нижние листики сухие, засохшие. Включу капельный полив. Ой, слушайте, земля. Земля на клубнике вот даже сырая. Я вот смотрю, я не знаю, даже вот капельный полив-то, наверное, и не надо сегодня включать на нее вообще. Не буду ничего включать. Что ее заливать? Ну, а потом, когда закончу уже с помидорами и клубникой, у меня муж велел очень хорошо полить смородину. Там у нас идет лента капельная. Вдоль забора горох посадил. Еще пока не видно. Выйдет, не выйдет, здесь землю плохую муж накидал. Укроп повылазил, он даже в клубнике есть укроп. Как он мне тут хорошо прополол.
Косить уже снова надо. Но так как у меня на следующие выходные день рождения там, ну, никто не придет особо. Сын приедет в воскресенье с девушкой. Может быть, мама придет, там посмотрим. Вот. Ну, покашу в следующей неделе, мне время будет. Он цветет, клевер, так-то красиво. Был бы он еще ниже, тогда вообще можно было не косить. Но я думаю, со временем он как раз такой и станет. Когда уже и земля уплотнится, его чем чаще косишь, тем он уплотняется, становится ниже. Ну, прополка. Еще обрезка. У меня уже подошли побеги у абрикосов. Я же их не обрезала, я же их только лишнее удаляла. А сами побеги уже выросли до такой степени, что уже пора обрезать. Вон какие огромные, посмотрите. Уже 0,5 метра точно выросли. Вот, уже пора. И на яблоньке тоже. Тоже очень много. Нижние ветки, которые к полу прям растут, к земле, тоже надо будет их удалять полностью. А груша у нас в этом году вообще заброшенная, большая, старая. Так я вообще до нее не трогала. Ничего. Ну, что теперь делаешь? А еще, друзья, только мужу моему не говорите. Я очень тщательно изучила формирование голубой ели. Я теперь знаю, как ее формируют. И я ее буду стричь. Я ее буду делать ровной, красивой. Она же у нас неровная. Видите, какая она у нас? Она у нас совершенно неровная стала. С определенного момента буду ее делать красивой, ровной. Ну, вот такое вот утро у меня на даче. Мне нравится. Сейчас скоро будет вода. Пиончики. Один вчера поставила, но вы видели. Гортензия. Мне написали доращивать горшки, но вы знаете, в горшке-то они так хорошо не вырастут. Они здесь в открытом грунте гораздо лучше вырастут за лето, ну а на зиму я их прикрою корзинками. Вот такие вот. Ну вот такое вот утро. Дорогие мои друзья, у меня уже прошло где-то примерно половина дня. Ничем я особо важным не занималась. Прошлась по помидорам, клубнику еще пока не трогала, так как включили воду, я тут давай поливать. Вода сегодня с утра шла никакая, в смысле по давлению. Я включила и напор в бак, и полив из бака, и еще два шланга у меня. Еле-еле писают. Ну так, что-то все равно, в принципе, полила. Вот, сейчас уже воду отключили, вечером еще буду давать, если не будет дождя. Может быть, дождь, потому что у нас очень большая туча к нам идет. Прогноз еще пока не смотрела. Темное небо и грохочет. Сначала думала, что, может быть, это с карьера у нас, там недалеко карьер взрывают. Ну нет, похоже, что там гром грохочет и ветерок такой поднимается. Солнце, в принципе, у нас еще по-прежнему светит. Задание мужа я выполнила, полила всю смородину из шланга. Помидоры с улицы все полила. Ну, клубника была нормально. Не знаю, муж говорит, что ночью был дождь в городе. Я утром дождя не заметила, но обратила внимание, что земля была сыровата. Роса была везде. Трава была все мокрая, земля тоже была сыровата. И только сейчас, проходя мимо пустой корзины, я увидела и поняла, что дождь был. Потому что корзины вчера были сухие, а сегодня у меня в этой корзине была вода. Я ее сейчас вылила. Так что сейчас вот думаю, чем мы будем заниматься. Сегодня буду пробовать, будем вечером с мужем пробовать там две ягоды ремонтантной клубники. Заснимем это на видео, потому что ни разу мы ее еще не пробовали. Не знаем. Сейчас, друзья, записала отдельный ролик по летней обрезке молодой яблони.
полностью ее обрезала. Вот она за мной стоит. Может быть и незаметно, но обрезала прилично. Так что смотрите мой ролик. Кому интересно, можете учиться. Потому что, в принципе, я уже научилась это делать. И довольно-таки успешно. Вот видите сами, какой формы у нас красивая наша яблонька. И уже плодоносит вкусными, хорошими яблочками. Ну, а следом я сейчас обрежу свои абрикосы. Уже пора, время наступило. Очень длинные уже приросты. Я в прошлый раз их обрезала совсем недавно, вы знаете. Но это была совсем другая обрезка. Обрезка была формирующая правильную форму. Сейчас обрезка будет очередная, летняя, на укорачивание побегов. Это делается для того, чтобы, первое, остановить рост длинных безразмерных побегов. Они летом могут вырасти чуть ли не до метра. Отдать больше силы на формирование цветочных почек на будущий год. Но в данном случае навряд ли, потому что они у нас еще молодые. Хотя посмотрим, зарекаться не будем. И на провоцирование роста новых ветвей. То есть, если эти побеги не обрезать, они будут расти, 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 новые веточки расти не будут, вот они останутся маленькими, им силы не хватает, потому что эти гиганты растут. А нам нужно, чтобы дерево росло, дерево было, формировало свою форму, чтобы у нее ветвей было больше. Поэтому мы это и делаем. Отдельно ролик уже снимать не буду, но покажу в принципе, принцип один. Нужно обрезать все побеги. В данном случае нужно смотреть, в какую сторону обрезаем. Так же, как у яблони, примерно на 1/3. На наружную почку. Ну вот как-то примерно так. У меня там новая верхушка сформировалась. Я ее прищипнула в прошлый раз, потому что ей тоже надо ограничивать рост. Нужно дать силу и мощь сейчас на скелетные ветки. Если верхушка чересчур тянется вверх, то ее надо прищипнуть, чтобы скелетным веткам дать развиваться. Побеги эти совсем тоненькие. Они вытягиваются. Поэтому мы их и подрезаем. Вот эти вверх пошли, даже вот здесь вот можно еще подальше, вот так вот где-то, вот так вот обрежем. Также смотрим на длину побегов, чтобы примерно их как-то выравнивать. На одном ярусе они примерно, чтобы были одно. Вот этот пропустила. Тоже вверх. Вот так. Вот этот именно абрикос, он у нас сорт саратовский. Второй у нас хабаровский сорт. По сравнению с тем, у этого идет преимущественно рост вверх. Поэтому мы его особенно будем ограничивать. Наша задача этим подрезанием мы провоцируем рост горизонтальных веточек и ограничиваем вытягивание его вверх. Также веточки другие пойдут. Сейчас рост у них усилится после обрезки. Всегда очень сильно рост усиливается. Вот возьмите черешню. Давно ли я ее подстригла и сформировала? Были вот такие вот маленькие шарики. Вот они, все, что было. И вот как вымахали побеги буквально за неделю. Буквально за неделю. Вот такие уже побеги, уже сантиметров по 30, по 25 у них. Ну, также сейчас и этот абрикос. Видите, у этого больше горизонтально стремятся ветки. У них даже цвет разный. Сейчас его тоже подрежу.
Здесь у нас непонятно, что будет верхушкой, потому что верхушка у нас замерзла. Но верхушка быть должна по законам природы растения данного. Это же все-таки дерево. Поэтому верхушка, наверное, у нас станет вот этот вот ветка. Да. Поэтому что мы сделаем? Сейчас сначала мы ее сейчас выделяем, оставляем. Остальные все сейчас подрезаем. На наружную почку. Так, это, наверное, даже пониже лучше. Так. Да, подрезаем сейчас ее. Эту я потом позже тоже привяжу, поставлю колышек, забью. И вот так буду выпрямлять его. И сейчас я прищипну верхушку, чтобы она больше не росла вверх. И вот эти веточки будут расти. Сейчас пока их трогать не буду, потом я выделю тоже, какие я оставляю, а какие я их буду напрочь убирать. Сейчас пока они пусть укрепляются, развиваются и растут. А дальше уже будем смотреть. Ну, а сейчас я хочу окончательно тут разобраться все-таки с розами, потому что толком не разобралась. Сейчас еще заодно возьму секатор, чтобы срезать. Здесь что надо срезать. У меня такие вот варежки. Надеюсь, выше их я себя не поцарапаю. Надо мне сейчас их все освободить. Вот видите, кто-то уже осыпался. Кто осыпался, срезаем. Отдаем больше сил. Ой, а запах-то? А запах, как болгарские духи в деревянном футлярчике. Помните, женщины такие были в советские времена? Они, по-моему, кстати, до сих пор выпускаются. Вот этот вот нам надо туда как-то заделать. Мы его что-то вовремя не заделали. Потому что если сейчас это не сделать, не направить их, то потом уже все будет поздно. Там стволы такие будут, мама дорогая. Так, сейчас вот этот вот. У нас еще и слива, поросль. Хватает. Заодно прополим. Вот так вот мы его сейчас так хорошо завели. У нас на ту сторону никого нет, потому что она с этой стороны сама сидит. Вот, может быть, мы его так как раз туда больше направим, на ту сторону. Пусть он в том направлении растет. И все, и все остальные цветы сейчас мы вешаем на шпалеру в эту сторону.
цветочек. Вот. Куда они нам по росту подходят, туда мы их сейчас повесим. Там какие-то засохшие листики. Удалить сразу. Надо смотреть, кто куда идет. Здесь-то их с этой стороны много у нас получается. Да, кого-то придется туда направлять. Вот этого тоже, наверное, стебель придется в эту сторону. Вот так вот. Там еще маленькие стебельки. Можно, конечно, какие-то и подрезать. Ну, пока как-то, знаете, не хочется подрезать. Потому что и так она еще маленькая. Так, эту тоже сюда куда-то надо закинуть. Сюда далековато. А нет, в принципе, нормально. Вот так. Там еще один маленький в конце. Этот уже пойдет повыше, вот его бы привязать бы сюда, было бы неплохо. Но сейчас попробуем без привязки, может будет держаться. В принципе, вроде держится, но, наверное, привяжу попозже. За друга. Этого тоже привязать неплохо. Ну, вот как-то так. Эти тоже надо внутрь все. Я вчера их так хорошо отпли, побрызгала, вон вся тля дохлая осыпается. Все, эти еще маленькие, будут вырастать, будем их также цеплять. Ну вот совсем другое дело. Сейчас, по крайней мере, все розы нашпалили, там сзади еще маленькие есть, тоже пока растут, да растут, тоже направлять будем их. Вот как-то так, начало уже задала, начало задала. И очень красиво. Гвоздика цветет уже рядышком. И все это здесь вот так вот. Ну а сейчас, друзья, попробую я натянуть нашу горную сосну. Проконсультировалась с профессионалом. Сказал, да, от полугода до года держите. Вот сейчас буду вбивать палку. И притягивать так в эту сторону, в эту сторону. Ну, пару-тройку веток притяну. Как-то вот где-то вот так вот. Буду чуть-чуть под наклон ее бить, потому что тут будет немало. Вот так вот. Эх, неустойчиво. Попробуем, не знаю, не получится другое будем что-то вбивать. Хотите посмеяться? Вот такие старые чулочки, колготочки. Это не мои, это свекрови. Так, я, наверное, так сделаю, привяжу сначала к одной. Вот эту ветку буду притягивать, самое главное вот эту ветку. И, может быть, вот эти заодно. Сейчас тогда в первую очередь ее привяжем. Они хорошие, что эластичны до определенного момента. Ими удобно вот такие делать привязки. Не рвутся, крепкие и не останут следов на растении. Вот. Так. Так, тут еще веточку. Вот это, не знаю, или две. Сейчас получится у нас. Не держится. Надо дырку разорвать, тогда будет держаться. Вот так вот. Так, ну вот что у нас получилось. Может быть, конечно, и другие натягивать.
Ей же надо дать время, чтобы она обросла, сформироваться начала именно в таком обличии. Но вот уже, наверное, лучше. Может быть, конечно, и какие-то еще ветки поднять. Ну, тут можно рогатины поставить, как вариант, под пару веток. Приподнять вот так вот их поставить. Вот надо веточку отрезать вот эту. Сейчас-то здесь пустота. Можно их еще здесь почикать. Но я не буду, потому что я обрезала уже вот эти все верхушки. Следующий год это все пойдет. Они у меня тут все поподрезаны, хорошо. Сейчас посмотрю какие-нибудь еще рогатины. Ну, вот так у меня, друзья, получилось. Сейчас она стала и повоздушнее у нее там внутри, проветривалась, а то не лежали прям плотно друг на друге. Посмотрите, как у нее там сейчас свободненько все стало. Сейчас они постепенно-постепенно выправятся в правильном направлении, куда им нужно. Я там три подпорки металлические поставила. Они такого же цвета, как и ветки, поэтому их и не видно совсем. Вот. Сейчас они, все свечки, выправятся в красивом направлении, в хорошем, в правильном, куда им нужно. Они к солнышку тянутся обычно. И она у нас будет, конечно, более круглая. Совсем другой вид уже. Вон, видите? Совсем другой вид стало. А то совсем в бок все лежало. Вот. И я намерена оставить это все дело до весны. До весны следующего года. Весной мы это ее все распакуем. Постараемся как-то сделать так, чтобы у нас не помял снег ее. А то вот после того, как ветку одну сильно помял снег, и вот так вот она после этого почему-то перестала у нас нормально расти. Ну вот, я думаю, что все будет хорошо. До весны следующего года это будет несколько месяцев, более чем полгода. Поэтому, думаю, будет достаточно. Потом мы ее освободим от этих всех оков. Ну а у меня напоследок перед обедом... Ой, закапал дождик. Напоследок перед обедом, я вчера забыла это сделать, дачный туалет, раз уж там чистоту навела. 30 дней эффективность. 3 условных пользователя. Что это значит? А, все понятно. 3 на 3 человек. Так. Это разводится. Другие я брала. Там разводилось на ведро. Сейчас почитаем. А, здесь выдерживать, что ли, надо? Для усиленного эффекта добавить столовую ложку сахара и выдержать 12 часов. Далее залить в яму или туалет. Если обезвожено, то воды надо еще добавить. 2-3 ведра. Ну, сейчас сделаю, без никакого сахара не собираюсь. На туалет еще сахар тратить. Залью и все. Дорогие друзья, всем доброго дачного вечера. У нас уже 5 часов вечера. Ой, я сейчас опять наполивалась. Все, что не успела полить утром, там же давление вообще не было никакое. Вечером давление получше. Вот, сейчас тоже из 3 шлангов и туда, и сюда, и подключаю их в бак. И еще в баню набрала нам сегодня с Сашей помыться, чтобы хватило. Мы баню не топим летом, мы не банщики, не любители. Да, и, собственно говоря, причина даже не в этом, а в том, что просто у нас нет времени на это, чтобы топить, что-то там париться, нет. У нас, видите, уже такие трудяги, нам все поработать, и все галопом куда-то бежим. Ну, вот такие вот мы люди. До прополки у меня так еще дело и не дошло. До посадки этих лаванд и бархатцев так дело у меня еще и не дошло. Сейчас я хочу переодеться. Солнце уже, я думаю, что я уже не позагораю. По крайней мере, штаны я, наверное, одену. И майку я намочила. Тоже, наверное, что-то такое одену. Ну, потому что сейчас вечером уже комарьё. Намажу сейчас немножечко, чуть-чуть так слегонца. И, наверное, посажу сначала бархатцы и лаванду. А потом пойду на клубнику. Там
У той грядки, которую я чистила, обрабатываю, уже опять усы наросли. Там быстренько усы пощипаю и пойду на те грядки, которые не чистила. У меня, друзья, некое затруднение в месте посадки лаванды. У меня вот две штучки лаванды. Я уже голову сломала, не знаю, куда их посадить. Хотела я, конечно, здесь. Ну, во-первых, ей нужно солнечное место. Максимально солнечное место. Максимально открытое. Это не хосты, которые в тени растут. Вот. В полутени она будет очень плохо цвести и будет совсем некрасиво. Вот здесь можно на углу, как бы вот дом наш, наша пихта. Вот тут одну, допустим, здесь на углу. Здесь нормально. То я здесь на расстоянии, в принципе. Но для симметрии я думала либо на том углу посадить, около входа здесь. Тут тоже солнечно достаточно. Да, тут как бы юг у нас вот здесь вот. Здесь весь день солнце практически светит нормально. Но тут вот нарцисс. Ну, нарцисс, конечно, можно его... Сейчас-то я его могу, конечно, обрезать. Но будет мешать, наверное, можно его убрать отсюда. Или частично убрать. Так-то они у меня здесь красиво сидят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть кустов в ряд нарциссы идут. Так-то весной здорово, все цветут классно. Но здесь он очень близко получится. Еще вариант. Там уже тень от дома соседнего. Во второй половине лета уже они в тени будут. Еще вариант вторую вот сюда посадить. Но здесь еще хуже, потому что у меня здесь спирея. Все-таки это кустарник. Это не нарцисс, который можно выкопать, пересадить. Кустарник. Вот. Еще у меня был вариант посадить... У меня муж вообще говорит, давай типа вот так вот вдоль дорожки их насадим, там кучу еще закажешь, там или купишь, или сама вырастешь. Вот, но мы-то здесь ведь ходим, я не собираюсь здесь всю дорожку заполнять чем-то, бордюром каким-то. Потому что все-таки это же здесь лужайка, мы же здесь ходим. И здесь мы ходим вот так вот. И так мы ходим. Единственный вариант у меня был посадить вот перед... черешнями. Здесь вообще открытое место. Вот самое максимально солнечное место — это вот эта передняя часть справа от дорожки. Здесь поэтому огород у нас здесь тоже на солнечном месте. Вот, посадить их одну вот здесь перед черешней, между дорожкой и черешней, ровно отсчитать место. Одну и вторую. Но как-то ни к селу, ни к городу, мне кажется, это будет. Ну, как-то так. Непонятно, что. Все-таки черешня – это дерево. Дерево может расти просто на лужайке. Хоть и маленькие эти деревца, но это, тем не менее, это деревья. Тут просто стриги газон, и вот они, деревья. А цветы здесь у нас не сидят. Цветы все-таки, они как-то в цветниках отдельно же сидят. А лаванду я ее все-таки отношу как-то к цветам больше. Хоть это полукустарник считается, но это небольшие кустики. Здесь мне нравится место. Наверное, все-таки посажу ее здесь, ну и там. А с нарциссом мы разберемся. Это, наверное, это самый оптимальный у меня вариант получается. И по отношению к солнцу тоже нормально. Здесь, правда, туя вот это расти будет. Она... Но она ненадолго его закрывать будет. Ну, с утра, с самого утра она его будет закрывать. А потом солнце уже пошло вот так вот. Уже вот так. И оно уже будет на солнышке. Нормально. Ну, в крайнем случае, когда-нибудь, может быть, я потом пересажу. Ну, а с бархатцами уже проще. Что это, однолетки? Здесь куда-нибудь сейчас их воткну. Потом все сначала лаванду посажу. Чем хороша лаванда? Почитала про нее. Одно из требований, как я уже сказала, это максимально солнечное место должно быть открытое. Второе, она неприхотлива. Ее совсем не обязательно закрывать на зиму. Не вымерзают они, хотя некоторые закрывают, но это излишне. Они не вымерзают. Потом еще в чем плюс? Она абсолютно не требовательна к грунту, к почве. Она растет на бедных почвах, наоборот, не надо ее кормить ничем. Ни перегноя, ничего ей не надо вообще.
песок, камни там, что-нибудь там накидал, насувал. Я вот сейчас даже буду сажать ее, песочек добавлю. Вот, она вот на таких вот бедных почвах растет. Потом еще один плюс в том, что она не требует регулярного полива, ей достаточно... Не, ну, по первости, конечно, если посадишь, понятно, надо пополивать, чтобы растение принялось, адаптировалось, крепло и так далее. А вообще, в принципе, им достаточно полива с неба. И еще одно важное требование для нее, ей нужна будет обязательно обрезка. Вот обрезка ей нужна будет для того, чтобы она красиво цвела, была компактным, красивым, цветущим кустиком. Ее надо обрезать. Я там для себя уже в заметках сохранила, как ее обрезать. Сейчас я этого не помню, мне это сейчас не нужно. У меня сейчас задача ее посадить. Посажу ее сейчас. И я ее просто верхушечку подрежу. Тут у меня полив немножко сбился. Ух, давление какое пошло хорошее. Видите? Прямо ого-го. Все еще прям. Вот так вот. Так что сейчас примусь, буду копать ямочки, добавлю песочки. Если камушки, может быть, найду камушки, сейчас камушки добавлю. Ну все, друзья, посадила я лаванды. Слушайте, запах. Даже вот просто садишь, и то источает она запах такой приятный, классный. Все, здесь на углах будут у меня лаванды сидеть. Тут прям капельные проходят рядом. Демульчировала. Здесь и вторая здесь. Как и планировалось. Все нормально. Потом через какое-то время кончики подстригу, чтобы они пустились. Побольше побегов у них наросло в этом году. Ну и чем больше будет побегов, тем пышнее будет кустик. Соответственно, больше будет соцветий. Что тут у меня брызжет? Нифига себе напор-то. Утром бы такой был. Куда бы еще пустить? Вот здесь, на елочку. Я до последнего всегда что-нибудь куда-нибудь поливаю. Пущу куда-нибудь и пусть поливает. Пока воду не отключат. Там тоже. Тут груша же у нас. Вот мы, если уж все полили, то мы под нее пускаем. Вот под голубую ель можно. Пускай ее поливает. Вот так вот. Ну все, пошла переоденусь. Дену штаны. Тут комары сейчас меня опять накусают. Все, и пойду полоть. Ну все, посадила я и бархатцы тоже. Вот один. И здесь. Ну, по симметрии. Второй. В такое же место. Посадила здесь. Ну и все, принимаю за прополку. Хочу вот этот вот участок сегодня весь прополоть. Успею, не успею, не знаю. Ну, давайте тогда на всякий случай, если успею. Итак, как было. Итак, стало. Конечно же, я не успела все сделать. Вдоль дорожки вот здесь вот почистила все. Здесь чуть-чуть немножко мелисса оставила. Ну, хотя можно поменьше. Выдергать вот этого кустика хватит. Ладно. И вот эту вот часть почистила. Боже мой. Столько мы навезли крепких сорняков. Надо было взять здесь лопату, но не взяла я только из-за того, что у меня здесь почва покровная посажена. Сейчас я здесь еще порыхлю и полью. Потому что вот эта трава, и вот которая на папоротник похожа. Саша всю ее опасной называет. Сейчас я ее где-то покажу. Я вообще такую траву не знаю. Вот она. Вот это. Это какой-то кошмар. Ее лопатой надо вытаскивать. Даже самые маленькие. Я уже все руки... все руки уже угробила. Поясница. Все, на сегодня хватит, потому что 7 часов вечера. Уже мне уже надо готовиться к встрече мужа. Поэтому уже хватит на сегодня. Работать мне. Так вот. Будет уже достаточно. Завтра продолжу. Смотрю, или плоскорез, может быть, возьму, или что-то, чем удобнее будет, попробую. Друзья, ну вот мой второй день. Мужа дождалась с работы, приехал. И у нас сегодня такой знаменательный день. Мы сегодня первый раз будем пробовать
нашу ремонтантную клубнику. Вот первая ягодка. Большая. Слушай, пахнет хорошо. Пахнет, да? Я даже не знаю, мы даже не знаем, какие они на вкус. Давай, пробуй. Ты только всю ее не съешь, а то она одна большая, вторая маленькая. Мы с тобой не так все сделаем. Ты ее пополам хочешь завязать? Конечно. Да, ремонтантный сорт мы еще не пробовали. Там фигня какая-нибудь, наверное. Пробуй. Давай, я пробую. Угу. Что, вкусно? Нормально. Я думала, фигня будет. Угу. Ну, сейчас я буду пробовать. Вкусно, нежное. Нормально. Слушай, она как наша обычная. Да. Она не отличается от нашей. Да. Я думала, она будет какая-нибудь другая. По вкусу или хуже. Угу. Или лучше. Мама говорит, ремонтантка, говорит, она говорит, два урожая в год дает. За лето дважды будет. Она, по-моему, точно, дважды. Мне тоже же Валентина Сергеевна говорила. У нее есть ремонтантные. Вот и маленькая у нас еще такая же ягодка. Кстати, сейчас Саша уже вечером увидел, я не видела ни разу за весь день, а он увидел, что наша клубника, там тоже покраснели две ягодки. На нашей, не на ремонтантной, на обычной. Ну да. Одна сверху, а там по низу еще три штуки. Угу. На этом кусте там ниже. Ну посмотрим, будет спелая, так пошла уже, видимо. Сейчас потихонечку пойдет. Сейчас еще солнце. Неделька, сейчас вот такая погода, если будет солнце, оно сейчас как потек повьет. Да. Будем собирать по ведру каждый раз. Твое хоть лицо показать, тебя даже не видели сегодня. Я сегодня не бездельничал, на работе был. Ну все, друзья, давайте мы на сегодня, наверное, уже попрощаемся. Уже оставим вас в покое. Мы уже вас так задолбали с этими выступлениями. Ладно, давайте. Всего доброго. Пока-пока.